так выглядит банановое дерево. На самом деле это почти достигшие своего размера бананы, чуть-чуть осталось подрасти, и потом они станут желтыми. И вот такие маленькие бананчики едят здесь в Бангладеш. Такое выражение — прикрыться фиговым листочком. Но если фиговым листочком можно прикрыть лишь одно место, то вот таким банановым листом можно укрыться. Поэтому, чтобы вы представляли, вот такого размера бывают листки банана. Цветут бананы. Редко кому удавалось увидеть банановый цветок. Лепестки размером до 30 сантиметров в длину. Он еще закрытый, но вот можете представить, какой красоты цветок банана, когда цветок раскрывается. Вот такое даже я вижу впервые, почему бананы именно такой формы и как они появляются. Обратите внимание, маленькие гроздья бананов появляются прямо из-под лепестков огромного бананового цветка. Потом лепестки отсыхают, и бананы начинают расти очень быстро. А вот рядом мы обнаружили просто огромный цветок банана лепестками длиной не менее чем полметра. Вот так выглядит засохший, опавший лепесток цветка банана. Вот они скручиваются, и получается, что где-то вот этот лепесточек был вот такого размера, на пол локтя. Это он уже засохший. Кроме того, в странах Азии банановые листки используют для изготовления экологичной одноразовой посуды. Для того, чтобы, например, обслужить большую свадьбу и не мыть огромное количество посуды, местные жители вот с таких огромных банановых листочков делают буквально все, начиная с тарелок и заканчивая стаканчиками и упаковкой для сладостей. Экологично, натурально и очень оригинально. Поэтому обязательно, будучи в Азии, попробуйте еду именно с бананового листа. Сейчас покажу, как выглядит банановая плантация изнутри. Окруженная вот таким рвом, по которому растекается вода и долго стоит, подпитывая бананы. А вот внутри банановая плантация выглядит вот так. Это банановые деревья, но на самом деле бананы относятся к разряду трав. То есть это просто большая трава. Вот такие огромные гроздья. И созревают они по очереди, так что хозяин плантации имеет возможность собирать урожай по очереди. Я зашел без спросу, пришла хозяйка. Хорошо, что с коровой, а не с собакой.